Зачем вздыхать, когда счастливо?
смелость привесть приятеля. Рекомендую вам, Онегин мой сосед, я очень счастлив. Я очень-очень рад. Войдемте в комнаты, и, может быть, хотите на вольном воздухе остаться. Прошу вас, без церемоний будьте мы соседи, к нам чиниться всегда сидеть так можно с книгой.
Глазки опусти.
Oh!
Я с ним могу.
Thank you.
я вам отплачу признанием так же без искусства. Примите ж исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Люблю.